Сегодня не секрет, что во многих странах притесняют верующих и даже их убивают на сегодняшний день. Официальная статистика говорит, что более 100 тысяч только зарегистрированных, тех, которых убивают христиан в течение одного года мученической смертью за их веру. Если ты внимательно посмотришь на мир, то ты увидишь, мало того, что христиан убивают, христиан начали притеснять, начали гнать, начали ограничивать их свободу в странах, которые всегда были христианскими. То есть, что я тебе хочу сказать, что Иисус, Он предупреждал, когда будут гнать вас и так далее, Он говорит, за это придет гнев Божий на землю. И когда христиан гонят, пятая печать, он говорит, доколе, он говорит, пускай наполнится эта мера, пускай каждый себя проявит. И что сегодня мы видим? Это реально проявляется. Многие христианские страны, они сегодня начинают ограничивать свободы христиан, даже если эти страны называются христианскими. Это явный признак, что мы живем во время пятой печати. И чем сильнее это будет увеличиваться, тем быстрее будет вскрыта шестая печать. Это явный признак был 2000 лет назад, когда гнали и притесняли детей Божьих. Бог не пощадил даже израильский народ, иудеев даже не пощадил, Иерусалим даже не пощадил. Пришел гнев и кара Божья. Как ты думаешь? Что ожидает этот мир, когда начинают притеснять и гнать детей Божьих? Я тебе скажу, что это старт апокалипсиса, но он зависит от пятой печати. Я такой, ну, о Боже, ты так любишь своих детей, ты готов даже стереть эту землю и все, что на ней есть, за твоих детей. Это явное свидетельство, что христиане являются детьми Божьими. Сегодня ты живешь в стране, которая является одна из самых свободных стран в проповеди Евангелия. Поэтому ты еще больше должен прийти в реальность, молиться за эту страну, молиться за этих правителей. Потому что многие люди потом будут искать места, куда можно прийти. И молиться нужно, знаешь, для чего? Для того, что если дети Божьи будут свободны, то тогда милость Божья, благословение Божье и благодать Божья, она будет находиться на тех местах, как Он сказал в Иаиле. И во всяком месте, кого призовет Господь Бог. Но если ты будешь находиться в реальности, понимать, кто ты есть, если ты будешь сыном, дочерью Божьим, если ты будешь светом, если ты будешь солью этой земли, и если эта земля сохранит эту благодать, эту свободу, эту милость, то она увидит еще больше благословений. Аминь. Если ты будешь спать, если ты не будешь молиться за эту землю, за этот народ, если ты не будешь проповедовать, не будешь молиться за этих правителей, за всех, так от кого это зависит, скажи мне, пожалуйста. Так что ты будешь делать? Телевизор смотреть, компьютер или еще что-то? Или ты пойдешь молиться, проповедовать? Аллилуйя! Воздай славу Богу!